Всем привет, друзья! Вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем играть Hills of Steel. И я предлагаю поиграть схватку с боссом. Понравилась мне схватка с боссом. Мы сможем с вами, ребятушки, заработать денежек. Потому что, чтобы открыть карту, нам нужны деньги. Так, мы играем схватка с боссом в летний период. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот этот холм какой-то странный, не знаю. Он мне не особо нравится. Надо будет отсюда как-нибудь уходить. Наверное. Да, давайте поднимемся наверх. Так, видишь, едет. Второй, армада. Нам нужно, ребята, подъехать поближе. О! Как долго все-таки время-то занимает, а, подъезд. Видишь, я не могу двигаться. Потому что вот едет следующий босс. Легион. Так, а ну-ка. Раз, два, три, четыре. Все, готов. Готов, ребята. Так, Кнут. Приятель Кнут. Давайте мы его сейчас здесь будем щелкать. О, хорошо, хорошо. На, да ты у нас слабый. Достаточно-таки. Готов. Да куда я уехал вниз? А, зачем? Ладно, с вертолетчиком я смогу. В принципе. Подъехать туда, куда мне нужно. Наверное. Ну, сейчас он назад отъедет. Раз. Готов. Готов. Следующая армада. Бомбардир. Вот этот опасный вертолет. Очень опасный. Тут нельзя стоять на месте. Тут надо постоянно двигаться. Есть. Давай еще здесь подождем его. Так, готов. Готов. Еще удар. Ах, не успел. Ладно, давайте здесь. На этом холме. Последний удар. Готов. Готов, ребятушки. Так, лазерная пасть едет. Лазерная пасть. Он опасный. У него очень мощные. Так, где? Куда я не могу попасть? Где он там вообще едет? А, все, едет, вижу. Вижу, вижу, ребята. Я, может быть, здесь я спрятался? Да, здесь я спрятался хорошо. Он меня не заденет. Второй круг пошел. Удар грома. Надо в него попадать уже. Желательно. Но я в хорошем месте стою, смотри. Вроде бы меня они не могут здесь задеть. Прям удачный такой вот склончик. Армада, армада. Давай, давай, едь сюда. Так, мимо. Попадание. И ой, хорошее попадание. Есть, 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 нормально. О, он меня тут пощелкал немножко, чуть-чуть. Следующий. Легион, босс наш. Так, давайте начнем стрелять. Есть попадание. Отлично. Так, ну... Ой, смотри, как он меня здесь нашел. Прям нехорошо стреляет. Бомбардир. Кнут, ага, кнутик. Кнутик, кнутик, ребята, кнутик. Есть. Так, давай, иди сюда. Иди сюда, я тебя сейчас отщелкаю. Ё-моё. Так, давайте ремкомплект сразу используем. Опа, все уничтожили. Вертолеты пошли, ребята. Первый у нас гонец ада. Тут надо двигаться. С вертолетами надо всегда двигаться. Ох ты, ё-моё. Сейчас попробуем. На, еще удар. Так, ну еще один ударчик и все. Готов. Второй едет. Летит. Бомбардирчик. Ой, мимо. Так, тут тоже, видишь, нельзя стоять на месте. Двигаться надо. Потому что он меня сейчас отщелкает конкретно причем. Раз. Ой, а я не могу подъехать, прикинь.
Мне не хватает тяги. И последний удар. Последний удар, ребята. Что ж ты такой живучий-то, а? 150 монет за него дают. Офигеть, лазерная пасть. Ой, вот этот мощный танк. Ну, в принципе, если я здесь стану, он меня, может быть, не заденет. Так, это я куда-то в небеса стреляю. Ладно, подождем сейчас. Вот, едет, едет, едет. Огромный-огромный танк. А, ты решил так, что стрелять? Чувак. Нет, нормально все. Я его, смотри, я его как раз сейчас здесь буду фигачить. Подъезжает он не спеша. Поэтому мы его сейчас отщелкаем здесь. Все, готов. Лазерная пасть наша. Так, следующий удар гром. А ну пошли уже на третий круг, боссы. Будем здесь стоять, посмотрим. Может быть, здесь и хорошо. Так, тихо. На, получай. Раз удар, два, три, четыре. А он, смотри, ничего не может сделать, прикинь. Он не мог забраться. Так, а этот уже поопасней, армада. Здесь он меня будет нахлобучивать, поэтому отъезжаем. На, вот сюда. Ой-ой-ой-ой, отъехать не могу, представляешь? Не хватает это, мощи. Давай-давай-давай-давай. Да ё-моё, не могу, и все, тут смотри. Ладно, давайте подъедем поближе. Да ёлки-палки, ты чё такой медлительный, а, танк? Есть удар. Да он меня снес, конечно, он меня снес башню, ребятушки. Ну что ж, тоже весьма неплохо. 1200 монет. Нормально, да? Нормально. И давайте, ребята, в классический откроем патруль джунглей, ребятушки. Мы открыли патруль джунглей. Карту. Итого 700 монет у нас всего лишь. Давайте возьмем этот танк, наш любимый. Все, наконец-то я все карты, ребятушки, открыл. О, смотри, летит. Так, тихо. Тут какие, а, смотри, все такие крутые танки прямо, а, я смотрю здесь. Да. Опа, готово. Так, все вертолетчики мы щелкнули. Ой. Есть. Едем, едем, едем. Так, у нас... Ай-яй-яй. Ой, успел я удрать. Так, вот эти танки мне... Я не люблю вот эти маленькие танки. Они такие быстрые. Но щелкаются они тоже быстро. Так. Ой-ой-ой-ой, вертолетчик. Вертолетчик. Теперь можно у нас эту самую покупать будем раскраску. Для наших танков. Босс у нас здесь вертолетчик-бомбардир, прикинь. А, ну конечно же. В таком аду. Это реально зеленый ад. Вот это вот, джунгли. Здесь все такие вертолетчики нехорошие. Есть. Уничтожили мы. Его ремкомплект забираем. Так, подлечились. Смотрим, что тут. А, вот, наконец-то я этого щелкнул, а, гада. Вертолетчики вот эти. Есть, вертолетчики щелкнул. Так, а здесь это крыски сидят, да? Они там и будут сидеть. Фиг они подойдут сюда поближе. Не хотят они ближний бой вести. Они хотят вот стоять где-нибудь там. Так, почему? Я вообще не двигаюсь, смотри. У меня танк не двигается. Так, будут подъезжать или нет? Так, может быть, я здесь стану? Опа, готов. Так, теперь вот этого, который вот стоит на месте, не может никуда подъехать. Здесь холмы, я смотрю, большие такие, прям конкретные холмики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не надо было стрелять, конечно, если ты попасть не можешь.
Так, сколько здесь? Три танка, да? И один вертолетчик летает. Так, с танками мы разобрались. С вертолетчиком тоже. С этими танками маленькими тоже разобрались. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все-таки попала ракета в меня. Так, вот этих тебе нужно отстрелять. Так, еще один, да? Все готово. Так, малыши пошли. На, получи. Так, а ты что здесь делаешь, а? Давай, спускайся вниз. Так, ремкомплект использую. То сейчас босс будет. А, бомбардир, да? Бомбардир. А, гонеца, да? А, гонеца, да. Ну, это не страшный. Надо, сейчас я выступ найду. Вот здесь вот. Неплохо. Тихо. Вот здесь я встану. Раз. Два. Три. И четыре. Ремкомплектик берем. Так, у меня еще свой есть. А пока я его не буду использовать. О, пошли танки, смотри, ребята. Давай, давай, давай. Есть. Так, вот эти вот летают. Уже по два, смотри, прикинь. Офигеть, сколько вас, а, вертолетчиков здесь. Нифига, вы что, с ума сошли? Столько вертолетчиков сюда пускать. Так, ладно. Есть один вертолетчик. Да вы идите нафиг отсюда. На, получай. Прям вообще такая жара здесь. Ребята. Да ё-моё, сколько вас там, а? Держи, получай. Ой, промахнулся я. Промахнулся я. Так, давайте еще раз попробуем. Опа, готов. Так, сколько? Так, быстренько залечимся сейчас. Ремкомплект. Так, мне надо вертолетчика, главное, вот, стрельнуть. Так, и здесь очень много танков, смотри. Сейчас отъедем назад. Этот готов. Теперь вот этого сейчас щелкнем. Нет, мимо. Так, а здесь... Так, я его не попаду, смотри, в него. Есть. Попали. На, я тебе помогу взорваться, слушай, чувак. Тихо-тихо-тихо-тихо, назад. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, пока здоровье еще нормально. Главное, в мясорубку такую не попасть. А сейчас она может быть. Потому что... О, мимо. Так, танки, 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 ребята. На, держи. О, давай, есть. Уничтожил я вертолетчика. Вот это тоже сейчас стрельну. Готов. Так, давайте, подъезжайте сюда. На. Так, ну и этого сейчас щелкну. Ух ты, он перевернулся, представляешь, гад. Ну, маленьким легче, кстати, переворачиваться. Воу, здесь уже их много, смотри. И вертолетчик появился у нас. Да, уничтожили, конечно. Конечно, ребятушки. Ну что ж, на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр, ребята. Мы открыли сегодня патруль джунглей карту. И теперь у нас все карты открыты, поэтому можно будет играть в любую карту. Если ты хочешь какую-то определенную карту, чтобы я поиграл, напиши в комментариях. А также передавай приветы. Всем пока-пока.